И тем временем апелляционный суд Одесской области оставил под стражей Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. Просмотр видео автопробега трехлетней давности с участием фигурантов, как и настаивала защита, состоялся, но убедить в незаконности ареста коллегию не удалось. Апелляция защитника Рыбина удовлетворена частично. Отменено решение Киевского районного суда от 13 октября, которым избиралась мера пресечения в виде содержания по страже. Оно отменено. На сегодня вынесено новое определение апелляционным судом Одесской области, который решил, что Мефедов Евгений Игоревич находится под стражей до 17 ноября 2017 года. Аналогичное решение суд вынес в отношении второго обвиняемого Сергея Долженкова. Ну, в данном случае я считаю, что это было все сделано в принципе умышленно, и таким образом они просто объединили две ухвалы содержания под стражей в одну, чтобы оно хотя бы приобрело какой-то вид законности. Более я это как что-то другое это расценить не могу. Таким образом, из двух ранее избранных мер пресечения по каждому фигуранту осталась только одна, срок которой истекает 17 ноября. Однако адвокаты считают, что по его истечению следствие найдет возможность и дальше содержать Мефедова и Долженкова в следственном изоляторе.